Всем привет, с вами Игорь. Сегодня покажу, как снимем характеристики с моего ветряка. Посмотрим, какое напряжение, что он выдает. Подключим какую-то нагрузку. Как раз есть ветер. Вот он. Как раз разгоняется. Сейчас мы от напряжения довольно-таки. Сейчас мы включим нагрузку. О, какие-то вибрации такие страшные тут. Это включается. Это, наверное, из-за того, что две фазы. Ток тут непонятно. Меньше 6 ампер. Или это у меня напряжение такое, или что это, или амперметр такой. Вот. Напряжение. Ну, сейчас ветер упал. 50 вольт. И меньше. Надо выключать нагрузку. Да я пока что так пробую, включаю, выключаю нагрузку. Сейчас он опять разгонится, потому что я ее задавил, наверное, большой нагрузкой. Вот. Ну, вот это у меня идет, вот эти два провода, это с генератора. Там получается, я обещал рассказать, кое подключение фаз. Там у меня так получилось, не знаю от чего, что замкнуло меж фазами. Межфазное замыкание получилось. Вот. И пришлось мне доставать три конца остальных из генератора. Вот. Сделать 6 выводов с него. Ну, изолировал я эту фазу отдельно. Опять напряжение выросло. Сейчас включим нагрузку. Примерно 100. Уже 120, 110. Опять какие-то вибрации такие. Вот именно когда включаю нагрузку, наверное, из-за того, что работают только две фазы, одна как бы висит, получаются такие вибрации. О, завоняла спираль. Греется. Так, надо выключать уже. Задавливает его эта спиралька. Спиралька тут 2-киловаттная висит. Вот, и я ее пока что так вот включаю, выключаю. Ну, так, посмотреть. И чтобы он сильно так не разгонялся чересчур. Вот он опять разгоняется. Сейчас мы включим. А, прямо этот ящик аж трясет его. Не знаю, что это такая вибрация, наверное, от этих двух фаз. И получается, что у меня... О, спираль воняет. Получается, что у меня сейчас работают две фазы, включенные как бы звездой. Вот, то есть два конца. Ну, начало, два начала соединены, а два выведены сюда. Вот они вот здесь вот, на автомат. А третья фаза у меня висит, сейчас не работает. Но я планирую с нее снимать показания по напряжению. Вот, и кинуть ее на контроллер. Буду делать контроллер, и с нее я буду с этой третьей замкнутой фазы буду снимать напряжение, да, и контролировать, ну, включать. Оно хорошо тем, что опять надо выключить, бо остановится. Хорошо будет тем, что вот эта третья фаза, там не будет нагрузки, и напряжение будет плавно подниматься и плавно опускаться, то есть не будет вот этих вот рывков при включении нагрузки. При включении нагрузки не будет проседаний.
Ну и контроллер мой самодельный. Это я уже в следующем видео покажу. Какой у меня контроллер. Ну там он не заряжает аккумуляторы, он просто я сбрасываю энергию на балласт. Это вся энергия с ветряка идет просто на нагрев бойлера дома. Вот опять раскручивается он. Около 100 вольт уже видно, да? Можно включать. Да, когда включаю, конечно, нагрузку, такой резонанс идет по башне. Аж. Спиралька греет. Не знаю, сколько сейчас там мощности выделяется на этой спирали. Если она 2-киловаттная, напряжение только 100 вольт. Считайте сами. Ну, а там амперметр, он что-то... Не знаю, правду он показывает или неправду. Мне кажется, до 6 ампер он показывает неправду. После 6, то там уже да. А сейчас может быть, кто его знает, может быть и 2 амперы, может быть и 5. Такой амперметр. 90 вольт. В среднем где-то так. Надо будет нагрузкой поддерживать около 100. Ого! Ничего себе! Резонанс. Что-то он вообще у меня шумный. Получается. Да. На оборотах вообще ее так трясет что-то. Ага. Я думаю, это из-за этого генератора. Вот эти две фазы. Там получается, он работает как бы с рывками. Вот. Ну, то есть, я даже пробовал дома его крутить, то если нагружать одну фазу только, а две остальные не нагружены, или две нагружать, то он рывками как бы крутится с такими пробелами вроде бы. И вот это вот, наверное, из-за этого. Из-за этого, наверное, получается такие страшные звуки. Фу, спираль смердит. Ну, может быть, этот ящик просто так трясется. Ага, тепло хорошее идет. Да, но звуки, конечно, тут от этого ящика. Не знаю. Но это от ящика, может быть, там. Ну и слышно тоже, как цепь тарабанит. Или цепь, или что это? Или это труба, наверное, вот эта поворотная. Ну, короче, вибрации очень сильные. Это мне не нравится. С такими вибрациями он долго, наверное, не проработает. Да. Даже не знаю, что и делать. Если небольшие обороты, как сейчас, напряжение 90, 80, 90 вольт, это под нагрузкой. Сейчас включенный автомат. Ток там, я не знаю, что тут ток показывает, но спираль такая, спираль горячая. Ощутимо греет. Думаю, может быть,
уменьшить ему обороты, провернуть немного крылья, увеличить угол заклинения крыльев, тогда обороты упадут немного и улучшится стартовый момент, потому что старт у меня очень слабый здесь на ветряке. Но опять пошли обороты. Вот эти ужасные вибрации. Ну это за 100 вольт примерно такое наблюдается под нагрузкой. До сотни оно еще как бы и терпимо. Этот ящик мне, пускай трясет его, чтобы... И главное, чтобы там ничего не растрясло. Да. Может, у кого-то какие-то советы будут, как эти вибрации устранить. Кто-то, может, знает. Трясется вот эта труба, наверное, или что это, или это. Что это, она трясется. Но даже если вот так вот взяться за башню, то такие все даже видно, как это. Да, вибрация значительная. Я думаю, это от генератора. Потому что если нагрузки не подключаю, никаких вибраций нет. Даже сейчас вот тут выключу. О! Сразу стало нормально. Генератор без нагрузки, ничего не трясет, не вибрирует. Даже вот уже 110. Почему-то стрелка прыгает. Непонятно, чего она прыгает. Это такой вольтметр, наверное. Да, вот без нагрузки даже 110 вольт. Никаких вибраций и так. Практически их нет, этих вибраций. Так, от цепи есть шум немного, а так, что вибрации-то, даже вот уже 120 вольт, ну оно нормально, так терпимо. Но только если включить нагрузку, о. Падает напряжение, ветер все стихает, слабнет, надо выключать. Вот, вот такие вот показания у меня получаются. Напряжение в среднем 100 вольт получается. Немного меньше, немного больше. Вот сейчас без нагрузки он работает. Уже 130. Так должна стрелка так или нет? Шатает ее. Не знаю. Вот. Сейчас, если включить нагрузку, ну, до 100 вольт нормально, в принципе. Нет таких вибраций страшных. Сейчас 50, 60, 70 вольт. Тут такой вибрации нет. Сильной. Ничего ее не растрясывает. Более-менее, так сказать. Ну, так чувствуется, конечно. Это генератор, да. Это
Работа генератора. На двух фазах. Так он на двух фазах работает. Плохо, конечно, работает на двух фазах. Сейчас вот если включить 110, такой резонанс аж гудит. Она как бы вибрации опускаются вниз, поднимаются вверх, что-то такое, как бы волнами такими. Ладно. Сейчас он с нагрузкой тянет, хорошо. Вот такой вот ветряк, ладненько. Всем пока. В следующем видео покажу контроллер.